Друзья, всем привет! Я на Хайнане. Меня зовут Павел Георгиев, компания Георгиев Travel. Я занимаюсь с направлением Хайнань. И сегодня я специально сниму для вас этот обзор отеля Да Дунхай. Это новый отель, который открылся в июле 2018 года. О нем практически нет никакого описания. Очень редкие, урывистые какие-то информационные проспекты есть в интернете или на социальных сетях отдохнувших туристов. Давайте скажу небольшое вступление. Данный отель является городским. У данного отеля нет своего кусочка пляжа. У данного отеля нет, к сожалению, своих шезлонгов. Данный отель по цене равен отелю Harman, который находится за ним. Он находится ближе немножко к парку, точнее, он вообще на слиянии с парком бухты Да Дунхай. В отеле практически в каждом есть балконы, все номера с балконами, есть свой бассейн на крыше. Сейчас мы все с вами внутри посмотрим, но пока скажу, этот отель, можно сказать, носит бизнес-характер и городской. Цена у него сравнима с Харманом. После этого обзора сами сделайте вывод, какой вам отель больше подойдет, отель Да Дунхай или отель Харман. Они находятся рядом. Как и говорил. Ну все, пойдемте смотреть номера, отель, территорию. Вот он, этот отель Да Дунхай, открыт в июле 2018 года. Находится в бухте Да Дунхай, в самом его центре. Поэтому сейчас вместе с вами пойдем, посмотрим номера, территорию, отели, бассейн. В общем, все, что я могу показать, покажу вам в этом обзоре. Пойдемте. Здесь уже подготовились к Новому году и Рождеству. Рождество 25 декабря здесь также отмечается, а также к Новый год, конечно, это все сделано для туристов. Имейте в виду, что всегда на эти дни есть обязательные праздничные ужины. Туроператор обязательно включает турпакет, имейте это в виду. Друзья, я сам здесь первый раз, так что не снимаю этот отель второй раз или когда-то. Будет все по-настоящему, как я это вижу. Пока я вижу, что здесь очень интересно, в таком интересном, наверное, все-таки китайском стиле. Красиво достаточно лобби. Сейчас найдем ресепшн и попросим показать нам номера. Ну все, мы в отеле Да Дунхай, получили ключи от номеров, едем смотреть номера. Номера у нас будут с видом на море, с 270 градусов на море, да, еще какой? И вид на город. Друзья, мы заходим уже в номер с видом на море отеля Да Дунхай. На входе, как обычно, сразу у нас располагается гардеробная. Замечу сразу с гладильной доской, холодильником. С очень чистенькими такими вафельными махровыми халатиками. Здесь смотрите, как у нас представлена ванная комната. Точнее, она разделена на зоны. Здесь у нас раковина, она открытая, как видите. Здесь полностью открытая зона. Здесь у нас есть... отдельно, естественно, туалет, санузел, да, и отдельно душ. Ванны самой здесь нету. Все принадлежности, полотенце, как видите, все здесь есть. Вот такой у нас номер. Он, я бы не сказал бы, что он очень маленький, достаточно просторный. Большая двуспальная кровать. Есть зона отдыха. Большой плазменный телевизор. Также здесь, вот видите, рабочее место. Естественно, раз новый отель, новый свежий номер здесь. Вопросов к этому нет. Запахов никаких посторонних нет, очень все приятно. И изюминка, конечно, этого номера, это вид. Здесь мы сейчас выйдем с вами на балкон, я покажу, я его уже посмотрел, скажу, мне очень нравится здесь вид, очень классно, красиво, панорамно. Выходим. Ну как вам вид? Согласитесь, очень классно. Вот сидеть в таком номере, на таком балкончике, вот здесь как раз на таких стульчиках вечерком,
Очень приятно. Здесь еще будет все в огнях, подсветки вечером. Даже днем здесь все очень красиво. Вот это центральная площадь бухты Дунхай, в которую все приходят. Здесь по вечерам проходят местные танцы. А вот вы здесь проходите, выходите. Это весь центр самого пляжа бухты Дунхай. Соответственно, для ориентира, опять скажу, Жемчужная река отель, торговый центр Summer Mall. За нами отель Harmon и торговый центр Ананас. Вот такой здесь открывается вид на эту всю бухту. Ну и давайте еще раз покажу вам номер, чтобы вы уже закрепили и поняли, как он выглядит. Смотрим дальше. Мы с вами сейчас на 5-м этаже. Здесь находится бассейн и также небольшая игровая зона вот с аниматором, правда, на китайском языке. Она китаянка, потому что... Ну вот, смотрите, сейчас мы выходим в бассейн, он находится на крыше. Примерно очень похож отель чем-то на Harmon. Как говорил, единственный минус, у него нет своего места на пляже, нет своих шезлонгов. В остальном все то же самое. Они даже находятся рядом. Вот я вам сейчас покажу. Вот совсем рядом. Просто многие спрашивают, где он находится, далеко или близко, насколько у них большое расстояние. Они совершенно рядом находятся. Итак, дорогие друзья, мы на крыше отеля Дадунхай. Здесь расположен на 5-м этаже бассейн для взрослых, как мы его здесь видим. И с другой стороны находится бассейн для детей. Он мелкий совсем, неглубокий, вода везде чистая, прозрачная. Здесь расположены шезлонги, как вы видите. Позади меня есть еще одна зона отдыха, в которой можно просто посидеть, отдохнуть. Зонтики здесь все это есть, круги. Есть вот такие лодочки, стоят они в районе 20 юаней. Для детей можно поплавать. Давайте еще раз посмотрим вид уже с бассейна, какой он открывается. Если, конечно, сравнивать вид с бассейна отеля Harmon, он, конечно, гораздо красивее, потому что, плавая в нем, вы видите всю бухту, он выше. А здесь он сделан так, что, плавая в бассейне, вы ничего не увидите, потому что здесь есть вот такая перегородка, вот такой забор. Соответственно, чтобы что-то увидеть, нужно здесь встать, выйти из бассейна, и тогда вы увидите вот такой вид, как он позади меня. Но так как здесь все парк зелено, вы видите в основном зелень и вот это море. Ну, не знаю, насколько это проблема или не проблема, но сам отель по себе достаточно очень хороший, новый и свежий. Выбирая этот отель, понимаете, как я говорил, у него нет своих шезлонгов, своего места на пляже. Но, в принципе, я вам уже показывал, что... Пляж в Дадунхай, он муниципальный, может располагаться где угодно. Этот отель в большей степени городской отель, поэтому имейте это в виду. По цене они с Harmon примерно одинаковые, иногда он бывает дороже, но здесь уже вопрос, как говорится, выбора. Если в отеле Harmon есть места, то пожалуйста в него. Если мест нет, то я лучшую альтернативу рассматриваю, это отель Дадунхай. Так что смотрите, бронируйте, идем дальше смотреть территорию. Мы с вами, друзья, сейчас пришли в ресторан, там, где будут проходить завтраки, они здесь и проходят, и также здесь проходят ужины. На завтрак мы, конечно, уже не успели, потому что время уже немножко к обеду движется, да? Но я вам покажу само это место размещения. Здесь также уже подготовились к Новому году. По поводу ужинов сразу скажу, потому что на входе сейчас есть предложение. Так, здесь ужины стоят 298 юаней, но сейчас идет акция, стоит 168. Это шведский стол ужины. Мы здесь еще не ужинали, возможно, поужинаем и покажем вам это. Но пока могу сказать точно, здесь шведский стол, это пятерка. Уверен, что они здесь достаточно хорошие и стоят своих денег однозначно. Здесь вот такой ресторан. Вот такой чистый, интересный, приятный ресторан здесь. Здесь же проходят завтраки, здесь же проходят ужины. Судя по тому, сколько здесь зон выдачи еды, уверен, что есть богатое меню. Сейчас, конечно, здесь все подготавливают уже ближе к обеду. Все чистое, ну, как видите, ухоженное. Понятно, что сейчас еды здесь нету. Еда появится ближе к ужину или к обеду сейчас. Ну, в любом случае, сейчас время, только закончился завтрак. В общем... Уютно, чисто, прохладно работают кондиционеры, так что отличное, достойное место, где можно покушать. Здесь висит такая огромная плазма, наверное, что-то вкусненькое на ней тоже показывают. Ну вот, вкратце я вам показал это место, давайте пойдем посмотрим дальше, что здесь еще есть.
друзья, мы сейчас будем смотреть номер Дэдум Хайт 270 градусов. Почему 270 градусов, сейчас вы узнаете. Смотрите, заходим в номер, пока сохраняем интригу. Номер такой же, очень похож. Здесь нет разделения стенки между ванной, а здесь также раковина, душ, туалет. А здесь вот такая стоит большая кровать. В общем, светлый номер. Почему он светлый? Ба-бам! 270 градусов – это обзор на море. Это первая линия, это вид на море. Давайте выйдем на балкон и посмотрим, как здесь все. Вот, смотрите, покажу еще раз, почему так. Здесь, видите, панорамные, большие окна со своим балконом. Очень светлый, очень уютный такой красивый номер. Ну, пойдемте выйдем на балкон. Вот такая у нас здесь картина с очень классным видом. Вот здесь вид открывается вообще на весь Дэдум Хайт. То есть видно все. От, скажем, левой его части до правой его части. Очень красивый, классный вид. Вот здесь вид открывается такой же, как с бассейна Харман. Кстати, посмотрите, вот бассейн отеля Харман. И вот там люди как раз наслаждаются этим видом, плавают в бассейне. Вот сам непосредственно отель Харман стоит. Как я говорил, Дэдум Хайт с ним вплотную. Это впереди нас отель Южный Китай, кто помнит, да, вот это 4 звезды. Ну вот, мы прогуливаемся по балкону отеля Дэдум Хайт с очень классным, красивым видом панорамным. Отсюда можно разглядеть весь Дэдум Хайт, вот достопримечательности. Видите, какой длинный, классный балкон, можно гулять на нем часами, как говорится. И, на мой взгляд, это лучшее место, где сделать резюме по этому отелю. Итак, давайте еще раз по этому отелю пройдемся. Находится данный отель рядом с отелем Харман, который вы видите. Это тоже высотное здание. У него нет своей вокруг зеленой территории. Вся территория у него расположена в отеле. У него также на крыше есть бассейн. Бассейн, конечно, чуть меньше, чем в отеле Харман. Панорамного вида с него такого не открывается. Но сам отель новый, свежий, с просторными номерами. Здесь близко все к центру. Здесь рядом пляж, здесь рядом парк. По локации, конечно, он точно так же удобен, как отель Харман. Скажу так, резюмирую еще. Это хорошая альтернатива отелю Харман, если он стоит дешевле или если в отель Харман нет номеров. Во всех остальных случаях, наверное, Харман будет выигрышнее. Скажу, его единственный, наверное, глобальный минус – у него нет собственного кусочка пляжа и у него нет собственных шезлонгов. Во всем остальном, как бы, это хороший отель с хорошим питанием, здесь завтраки, можно докупить ужины. То есть вопросов по нему, как таковых, проблемных замечаний больше я не вижу. Сразу давайте, раз находимся здесь, в отеле Дэдум Хайт, сделаю такое примечание, замечание по отелю «Жемчужная река». Вот он находится, отель «Жемчужная река». Даже отсюда видно, что он уже очень старенький отель. А здесь видно, что бассейн не такой большой, как вы видите, да? Вот он сам отель, вот дорога, через которую переходите к пляжу. Как и говорил, здесь все отели, не надо переходить небольшую дорожку, и вы выйдете на море. Вот Южный Китай, его нахваливают, что он первой линии, но, я говорю, по цене качества, может быть, не самый лучший вариант. Бассейн у него хорошо, что сделали, потому что бассейн был совсем ужасный или был закрыт. Сейчас здесь все, в общем, работает нормально. Но номера достаточно простенькие, нужно брать только вот в той части с балконами, но цена номеров там равна номеров здесь или вот здесь. Поэтому я не вижу смысла покупать этот отель, если есть возможность купить Харман или Дэдум Хайт. Причем, что Харман делит вон те зонтики вместе с отелем Южный Китай, и зонтики там стоят как раз отеля Харман в том числе. Что еще могу сказать? Вы всегда можете приобрести тур в данный отель, в данное место, в данную бухту у меня. Я занимаюсь путешествиями. Меня зовут Павел Георгиев, компания Георгиев Travel. Кстати, очень приятно встречать вас здесь, мои дорогие туристы и подписчики. Встречаю вас здесь каждый день. Благодарен вам, спасибо за эту поддержку, за обратную связь, за фото вместе с вами. Так что увидимся в следующих видео.